巴扎的大老板卖钱做了啥？我嫌他不养鱼，他光养蛤蟆。你巴扎的白杨树。Синьцзянская опера обычно называют мелодией Синьцзяня, основана на традиционных оперных жанрах провинции Шэньси, Ганьсу, Цинхай и других. Путем слияния музыкального искусства различных народов Синьцзяня был постепенно сформирован и усовершенствован этот местный стиль оперы. Богатые мелодии – основная черта синьцзянской оперы. К настоящему времени было разработано 36 больших тональностей и 72 малых тональностей. Разнообразные мелодии способны выразить богатую повседневную жизнь трудящихся людей. Форма представления синьцзянской оперы очень гибкая. Часто один человек исполняет несколько ролей. В поселке Луцаогоу уезда Хочэн или Казахского автономного округа при упоминании о пении синьцзянской оперы все местные жители знают Ян Бинжэн.我希望我们几个后嘛，这很多年轻人嘛，都加入到我们这个团队，我把我们这个新疆曲子嘛，传承下去，继续发扬光大。